закрывайте, за час убиваем и резко идем. Буду анонсить, хорошо. Идеальный перевод. Я рассчитывал то, что у вас один, но сказали... Ты можешь не анонсить, у меня кнопка залипла. А, окей. Так, у нас есть... Я говорю, один у Ваги, один вот там между первой и второй платформой. Да, и тут еще, значит, 4 даже зашло. Бибо, выруби стрим, там Мосса зайти не может, его выкидывай, даже когда я за... Четыре зашло. Боль. 4, да, я рассчитывал на 3. Типа, сказали, один у вас, а по одному я у своих, наших очков, а потом у нас 2 зашло. А там еще Ваги был один. Ну да, я когда же перья, я выношу ближе к нему, чтобы его не потерять там сюда, либо есть, либо нет, может посматривать. Можно... Там просто другой еще один, который нужно было. Ставьте рыбу. Поставил. Между первой и второй кто стоит с Норси? Норси, Шторм, Кирс. Шторм, вот когда вот этот дизарм попадает, вот именно когда он крик дает дизарм, вот это на 5 секунд, пиздец, у меня казнь не юзается, и типа это, ну, абсорб мой, самое хуёвое. Вот именно понял, этот каст я вижу. Это со второй фазы, пустенечко. Мобильный банк, тыкните у кого есть. Вот так переводить намного лучше. Обновите саппорт, у кого заканчивается. На пул чек на баф. Сядь, обмен дай. Блять, ВМН вовремя. На халяву что ли или чё? За боссом двое пусть заходит у нас там. Опускайте крест. Крестик тоже опускай, переконтролим другого просто, на заднюю. Пусть идут трусы. Контроли дайте. Ребафы почему не дал ему.
За боссом пусть заходит. На скинтон. Забираю. Поднимите разбойник. Пусть сюда. Мне коротный сбор, я хотел. А тогда дальше отойдите. Вот, после босса пусть заходит живое. За боссом дайте. Пусть идут сильные. Пусть идет. Не держи блюдо. Не дайте войти, не, чтобы не зашли. Не мешай. Дадите чуть назад подбежать. Масса, подними его. Вроде много. Вот на двое, вот тут заходим. За боссом. Пусть идут эти двое. Не держи близко, дай подруги. Хантам рыбов дай. Аккуратно не помрите сейчас. Контроль. Мы перебежали. Мы здесь убило, где мы перебежали. Может кто-то раньше бежал? Контроль, там мобы зашли. Просто... Не понимаю. Милишники очень просаживаются, их просто сейчас невозможно хилить. Ну когда в лужу наступаешь, стак ловишь плюс 20 дамага, конечно, просаживаться больше. Да там много милишников. Там пока начинаешь их захиливать, смотришь уже там танки просевшие. Как-то что-то поменяли что ли? Почему такой урон проходит сегодня? Да не, нормально же это, что проходили. Ну, у нас был, правда, хэпал в этот момент, пока мы рейс захиливали, он держал. Ну, хз. Чё-то прям больно сегодня. Чё РДДшники так сильно любят целоваться с боссом, всё ближе и ближе к нему подходят. Я вот он Мозеров и тут. Кто ушел? Айзик, он меня предупреждал.
У него там час с чем-то времени. Я, короче, отойду. Ладно, пару минут перекурим, сейчас подумаю, что у нас там за меня. Чё? Брейд надо? Да. Мозер, заходи, Навара. Хожу. Обновляйте баф по рейду. Рейсты баф. Включи на пол. Я тупить успела.
отвлек, сорян. Две зоны пусть идут двое. Дальний визор. За боссом пусть идет. И рядом с ним. Пусть идут эти двое. Давал уже. Дальше 10 секунд. Босс. Пусть идут там двое. Ромб, держите, корни пусть стоят. Циклон с трусами пусть заходит. Контроль дайте помогу. Отпускайте пусть циклон. Да вымер. Пусть идут. Как это? Пусть идут. Продался. Отпустите руку. 7 секунд. Поднимать. И народ поднимает. Ребаф повар. Берите с меня. Фанта пришел. Пусть идут. Вот один отбился, пусть идет. И рядом с ним тоже пусть идет.
Пусть это вот. Стопните, стопните, не бейте. Были первые уже. Сейчас, когда будут вторые каст, про, ну, каст, будем переводить. Переводить все. Сейчас также резист получается и финиш Blizzard на первых, но не на первый темп, а на второй. Жужик, как откатится, сразу подается Иннер, потом Гевка. Не надо лишнего. Первый стоп-каст. Нарасимость. Второй, блядь, дизарм. Третий. Третий ярость, последний фьюр. Сразу Иннер стоп. Побежали. Перья пошли. Перья перебежали. Лилики аккуратно вот его скинут. Дайте Иннер. Я ему сниму уходим. Иннер дайте уходим. Мотку дай. Стоп-каст. Перья. Перебежали. Два бана дайте. У нас один заходит. Ну контроль. Я не знаю, как там сейчас выживем. А маны нет, я понял. Нас походу нет мана. Подкаст. Иннер меня. Там нос. Берия. Перебежали. Тут просто не повезло с маной. И тут надо было. Воздуйте. Умрёте. Четыре там зашло, Кирс. Повидали, как лужа быстро поднимает по хп. Изи. Что-то на этот раз вообще на пол хп не На пол хп не поднимали резвар, потому что там первый раз зашло, я кинула лужу, более-менее выжили. Второй раз уже не выжили. Там либо надо было сейф дать, какой-то гимн или что-то, или куб. Плюс у ребят там мана сожгли, как у меня. Долго били, может стоп-каст мы ловили. За. А у меня не было гир, может. У меня не было. Рыба стоит. Я нам не санул, фу.
Я надеюсь, что это только сейчас у вас сопрод закончился. У меня уже второй сопрод, 30 минут осталось. У меня 2 часа висело и уже 49 минут. То есть сопрод у ребят должен был закончиться 10 минут назад. На бафу пул. Что с ним не так? У меня сопрот не показывается. А, он не выпил. Так же, как на кирсе. Сразу вставай и убегай. Прибавку друидам. Один за боссом пусть заходит, один с рубежом. Пускай циклон сейчас заходит. Вот эти двое пусть идут других контролей. Двое вон спереди, пусть идут другие контролеры. Пройдите босса. Пусть корни стоят и близок отпусти. Пусть идут. Один за боссом пусть идет. Один с минусом. Затягивайте, мы уже занялись на какой-то стоит. Я поднимаю жижу. Я хексит и все. Ой, это было. Контроли дайте. Знаем все, пойдем. Все, вставай. А он уже упал. Второй раз?
Ты что же знал? Падаем, короче. Короче, блядь, рейд не доигрываю. Не вижу смысла, блядь, я дальше тут сидеть. Да, давай мы идем в РСХ. Давайте еще пару пулов, блядь, на РС часик оставим. Когда некоторые личности начнут больше давать контроля, тогда сюда я вижу смысл приходить и дальше. Хорошо, делаем просто РЧ. Хочет кто еще пул сделать или не хочет? Я вижу, кто не доигрывает, блядь, но я не буду говорить. Тоже нуэн, что ли? Мне без разницы, типа. Так, людей много, которых не хотят еще делать пул, соответственно, идем в РСХМ. А теперь главный нюанс. Поскольку Алар не убит, про робота и лут с робота можете забыть. Так, ДВшники шоу, уебан забиты? Да, ДВшники могут плевать. Я ебал, блядь, я выдаю по два контроля нахуй и кручусь как не знаю кто. А чё ты вот, сколько локов там было? 4, да? 3 лока. 3, они, ну, метки ставят, да? 2, а где там мне в этом, в рейсе место? Господи, они ставят локи, видишь, да, какие? Замены, блядь, ну, понимаешь, что там, вообще, я дальше так могу сказать, ещё идёт, блядь, пизда какая несыгранность. Типа, вот идут, вот двое от стаи отбились. Типа, говорю, пусть идут, или там трое, например, идут. Вижу, идут трое. Говорю, пусть идут, блядь, кто-то кинет в основу, либо кто-то кинет, блядь, в стан какой-нибудь АУЕ. И в итоге те трое стоят, к ним подходит еще, и, ну, хуйня получается. Я, кстати, это тоже видела. Гена кричит, пусть один идет, а остальные будут в контроле. Так все отпустили из контроля, как это вот. Это не на этом поле было. Фишка еще в том, то, что даже если там трое идут или четыре идут, я говорю, пусть идут, блядь, но я рассчитываю на то, что я сам просто дам контроль и все. Ну давай. Просто так, потому что проще. Вот смотри, вот три лока, да, три бана, и ты два контроля даешь, это пять мобов. Ты понимаешь, у меня контроль, блядь, у меня контроль в том случае идет, когда я вижу то, что. Короче, я своим контролем пытаюсь подгонять их так, чтобы они заходили по два или по три. Ну, а Энги тебе помогает же? Я не знаю, как же Нуэн дает контроль. А я Энги, не знаю, как Энджи дает контроль. Блять, ну надо узнать, они, как-то хуй знаю, что они делают. Они, может быть, просто дают корни и все, и забивают хуй, например. Ну, блядь, если я даю сначала если, например, я даю сначала по ближнему корни, да? И вижу то, что никто не идет, я потом эти корни перекину на дальнего, чтобы ближний с корней ушел и пошел в корни. Кен, это я не по теме, но по теме и не по теме. А ты корни кидаешь, которые большие, ну, долгие? На 12 или 15 секунд у меня стоят. Понятно. На 15, по-моему, я тогда себе ставил. Время, деньги, друг!